Добрый день, уважаемые дамы и господа! С вами Константин Белый, и вы на канале «Печи, котлы по-белому». Сегодня я вам показываю новую печечку, но это не совсем печечка, а все-таки самовар. Но и не совсем самовар, потому что здесь полноценная печь. Мы совместили печь с баком и получили печь сам варю. Эта печь специально для того, чтобы вы могли вскипятить огромное количество воды. Модификация есть 10 литров, 20 литров, 30 литров, 40 литров. Все зависит от ваших желаний, от вашего коллектива, которого вы хотите напоить чаем, друзей, знакомых, семью свою. И печь эта делается надежно, по нашему, по белому, как мы привыкли, как мы знаем, как мы умеем. Делают ее профессионалы с нормальной стали и с нормальной сваркой с аргоном. Полноценная печечка, вроде бы небольшая, и в то же время сюда могут влезть 15-сантиметровые дровишки. Печь имеет подачу воздуха через зольный ящик и хороший вот такой зольный ящичек. Очень удобно, никаких там сбрасываний золы, там пепла, жара никуда не идет. Все собирается, все аккуратно. Дымоход обязательно, который стационарный. Он прочный, не то, что там взял, отвалился или там никто-то не поставил. И, как любой самовар, мы можем переносить его за вот такие ручки. Эмблема – наша космическая тематика. Ну и, соответственно, сам бачок. Не маленький. Вот это 10-12 литров. Такой вот бачочек. Пожалуйста, чай с друзьями на природе, на даче. Берете, завариваете, пьете, при том, что не нужно там, как говорится, по кружечке заваривать, как, ну, что, сколько там в чайник обычный, там разлили двум-трем человекам, все, чайника нет. А здесь, пожалуйста, целый коллектив может полностью пользоваться. Все сделано качественно, все сделано удобно, надежно и, самое главное, даже недорого. По сравнению с теми самоварами, которые, ну, больше предназначены для украшения и для того, чтобы создать какой-то декор в помещении, то это вот полноценная рабочая лошадка. Самовар сам варю по-белому.